Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы будем играть сегодня в Clash Royale. Ну что ж, поехали. Так, приступим. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы будем играть в Clash Royale. Так, у нас закончились с вами парные бои, так что будем играть в обычные. Ну что ж, поехали. Честно говоря, здесь я слабоват, очень слабоват. В Battle House как-то еще более-менее, но посмотрим. Так, ну, что такое? Так, вызывает Валькирию, понятно. Мы тогда сделаем немножко по-другому. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Только не вот это вот. Так, давайте вот так вот сделаем. Отлично, пока все вроде бы хорошо. Но это на первый взгляд. Так, пошла у нас бочка. Ага, он вызывает дракона. Значит, у него есть дракон. Блин, а это плохо, ребята, это очень плохо. Для меня. Потому что у меня дракона, к сожалению, нету. Эх, 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 эх. Это печалька, миньоны здесь не по... О, у него еще и шар есть, ребят. У него еще, оказывается, и шар есть. Значит, такое ощущение, что он будет играть чисто на летунах. Ну, почему-то мне так кажется. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Ну, мы это с вами проверим чуть-чуть попозже. Ну давай, 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 перехватывай, перехватывай эту валькирию. Так, и мечник нам поможет в этом деле. Блин, ну по крайней мере у меня уже от башни мало что осталось. Так, побежал конник. Давайте добьем, попробуем вышку. Да, у нас получилось это, ребята. И опять он вызывает этого проганого дракона, а? Да, дракон, конечно, это мощная фишка, особенно если он прокачанный. Ох, сейчас он мне тут задаст жару. Так, выходит Пека. Ну, тогда мы ставим Валькирию. Так, опять он вызывает шар, а? Вы посмотрите. Не одно, так другое. Ладно, мы в этот момент будем тогда делать вот так. Ну, вроде бы пока нормально. Это кажется, конечно же, все поначалу. Так, что он тут? Смотрите, что он вытворяет, а? Что он вытворяет? Он меня будет тут зажимать своими драконами. И это плохо, ребята, это очень плохо. Опять у него выходит Валькирия. Опять он выпускает свой шар. Что ж ты будешь делать, а? Ну, ребят, по-моему, победа за нами. Это очевидно. А, нет, нет, нет. Чё я вру-то? Вот сейчас будет за нами, ребят, победа. Все. Ну что ж, с первой победой нас. Поздравляю. И мы идем с вами далее. О, золотой сундук я получил. Это очень хорошо. Это очень замечательно. Ладно, колоду я пока не буду менять. Кстати, насчет колоды, ребята, вот она у меня вот так вот выглядит в данный момент. А вот все, что у меня еще есть, помимо того, что в руке. Так, ладно, теперь я, ребята, что хотел? Я хотел создать свой клан. И надо это, наверное, сделать, я так думаю, да? Так, как нам это можно сделать? Создать название клана. Ну что ж, давайте что-нибудь придумаем. Как его назовем-то? Я даже не знаю. А давайте мы сделаем так, ребята. Вы мне дадите в комментариях название клана сами. А я уже потом его создам. Потому что, честно говоря, не хватает у меня фантазии его как-то назвать. Ну, только давайте какие-нибудь адекватные названия, а не какие-нибудь там... Хрен поймешь, что они обозначают.
Так мы и поступим. В общем, назову я так, как вы мне посоветуете. Ну, вы можете там посовещаться и что-то общее такое выбрать для себя. Так, ну что ж, давайте пробовать. Я не знаю, и, наверное, сейчас чувствует тут опять какой-нибудь подвох. Больно он как-то легко начал, выпустил мечника. Так, что он там? Пеку, Пеку вызвал, отлично. Значит, у него есть мечник, есть Пека. Мы это запомним. Что же будем еще-то с вами делать? Давайте по... Ага, вот он как, значит, поступил. Он вызывает великана. Зачем я поставил этот домик сейчас в данный момент, а? Я вот ума не приложу. Давайте вызывать мечника тогда. Все, я, кажется, понял егоную стратегию. И мне она не нравится, если честно, эта стратегия. Потому что сейчас будет довольно круто здесь все. Если у него есть, извините меня, оу, у него тоже есть домик. Ну вот это уже плохо, ребят. Надо сносить его обязательно, в любом случае, как ни крути, как можно быстрее. Сейчас кого-нибудь он опять отправит. Давайте вызовем валькирию. Он ставит мечника. Ну, тогда и мы тоже поставим мечника. Но не забывайте, что у него есть еще великан. Что-то он такое хитрое задумал. Ребята, это неспроста, я вам сразу скажу. Если он потратил, извините меня, фаербол, то, блин, тут будет хреновенько, если честно. Так, ну, Пеку-то мы раздаем, это однозначно тут. Вот начинается великан, про что я вам и говорил. У него стратегия, в общем, такая. Так, давайте тогда мы сделаем вот так. Тут однозначно нужно его контрить, обязательно контрить. По-другому у нас не получится. Хочет он снести мне башню, вы это видите. Отправляем тогда еще раз гоблинов. Ну, по-моему, я его законтрил, ребята. Да, по ходу дела все, он сдался. Никого не пускает, потому что он понял, что здесь бессмысленно. Ладно, вторая победа за нами. Это очень хорошо, ребята. И мы продолжаем с вами играть. Так, что у нас тут получается? Денег у нас пока хватает. Ну, клан, я насколько помню, по-моему, стоит 1000 золотых создать. Ну ладно, приступаем к очередному бою. Варварская арена. Moon TV. Лунный ТВ. Ну что ж, хорошо. Так, что-то затишье мне это не нравится. Он, видно, выжидает. Кого я дальше отправлю? Я отправлю дальше гоблина. В бочке, пускай они поконтролируют его маленечко. А что ты сразу заплакал-то? Не надо плакать, блин. Все у тебя тут хорошо получается. Что-то сразу в слезы-то. Так, ладно. Гномы у нас идут. Я не знаю. Он вызывает бочку. Ладно, хорошо, давайте. Вот так, валькирия. Пека. Пека бежит. Ну, Пека сейчас отпекается. Все, Пеку мы победили. И я опять хочу попробовать вызвать ведьму. Оу-оу-оу-оу. Вот это хуже, ребята. Это хуже. Давайте уничтожать ее. Получится, не получится. Ну, получилось вроде бы как. Давайте уничтожим мечника. Так, лучников он призвал. Как-то меня, честно говоря, немножко смущает его игра. Не может быть, чтобы у него никого там не было нормального. Так, опять он вызывает гномов этих. Хорошо, опять Пека. В общем, у него какая-то стандартная тактика. Не будем мы пока тратить. Вызовем ведьму опять. Потому что с Пекой, я думаю, мы справимся. Хотя нет, не справились мы с Пекой. К сожалению, зачем я так подставился, а, ребят?
Фига у него пека, или он такой мощный, или пека так раскачан, просто не понимаю. Зачем бочку я сейчас скинул, ума не приложу, под бомбардира. Оу, вот об этом, в принципе, я, ребята, и говорил, что не может быть тут так все просто и гладко. Так, давайте тогда. Вот, вот чего я и боялся, в принципе. Так, ладно, полетели тогда дальше. Так, и опять у него мечники, а? Ты посмотри. Ладно, придется тогда делать вот так. Угу, вызывает, значит, он великана. Ну, вроде бы пока все под контролем. Ребята, наша победа. Ну что же, хорошо, продвигаемся с вами дальше. И будем смотреть, что нас ожидает впереди. Поехали. Колоду я не меняю, как вы поняли, пока остаюсь при ней. Так, давайте выставлять домик. Полетел дракон. Это плохо. Дракон, это очень плохо. И здесь гоблин, он выпускает с этой стороны. Так, ну что ж, надо гоблинов... Оу, вот только не вот этот вот, ребят, только не бомбардир. Скелет с бомбой, это очень плохо. Давайте его тогда законтрим по-быренькому. Да, сейчас мои взорвутся, это понятное дело. И будем тоже контрить валькирией. Так, вышел здесь, значит, пека. Что же, ладно, хорошо. Пека так пека. Ну, мне нужна ведьма сейчас как можно быстрее, ребят. И я не знаю, конечно, что из этого получится. Мы попробуем, по крайней мере, проконтрить. Снести ему первую вышку. Блин, у меня ничего нету хорошего-то, елки-палки, а? Ладно. Давайте сделаем вот сюда вот домик поставим. Гоблинский. Пускай он идет туда. И с этой стороны отправим. Что-то он затихарился. Он, видимо, копит, ребята, ману. На что, я пока не знаю. Ну, явно на что-то серьезное. Так, ладно, мы сейчас отправляем гоблина. И я думаю, что вторую башню мы ему сносим. Да, все так оно и вышло. Теперь вызываем рыцаря. По-моему, ребята, он сдался. Он никого не вызывает. Все, отчаялся что-то парень. Не знаю почему, правда. Да, абсолютно. Абсолютно бездействует. Ладно, хорошо, ребята. Жаль, конечно. Но это был его выбор. Так, ну что, появилось специальное предложение. О, Варварская арена 800+. Это я, что ли, получил 800 кубков, что мне дали новые карты? Так я понимаю, да, ребят? Так, что это такое? Оборонное сооружение стреляет смертоносными пушечными ядрами, но не может целиться в летающих противников. Так, вот этих ребят я видел, варваров. Вот это что такое у нас? Наносит большой урон по небольшой зоне, и это выглядит мега круто. Повреждение королевской башни снижено. Урон по земле 700, ничего себе. А это кто такие? А, вот, да, ребята, вот эти вот варваров можно вызывать, а этот домик, как вот у меня гоблин выбегает. А это что такое? Эпическое заклинание. Увеличивает скорость движения и атаки войск. Строение быстрее атакует и призывает воинов в атаку. А, понял я, если я заклинание на домик, например, варваров делаю, они быстрее выходят оттуда, да? А это у нас маленькая у тебя башенка. Как будет обидно, если арбалет разнесет ее с этой стороны арены. Урон 20, здоровье 1000, цель земля.
Ладно, я, ребят, не знаю, что это за карты, но я надеюсь, мы в следующий раз с вами получим. Давайте, наверное, еще один бой сыграем. Я уже, так понимаю, перехожу на новую арену. И здесь я чувствую, со своими картами я буду просто профаном. Ладно, один бой, думаю, можно сыграть, посмотреть хотя бы для общего развития, что здесь и почем. Так, вызвал он мушкетера, да? Ну, естественно, фаербол, как же без фаербола. Так, что-то мне не нравится, не нравится. Пеку вызвал с этой стороны, блин, фигово. Очень, ребята, плохо. Стрелами он, значит, пользуется. Да получи ты, Пека, ты уже достал, в самом деле. Да, у него преимущество, он все-таки больше мне снес. И больше нанес повреждений. Так, вызываем, давайте, ведьму. Опять сейчас со своими стрелами бомбанет, да? Нет, смотрите, ребята, он вызывает шар. Хорошо, пускай будет это шар. Очень странно он хочет... Блин, но тем не менее он снес мне. Правильно, у него там гоблины развиты, елки-палки, вы посмотрите. Ну, давайте сносите, гоблинцы. Ну что вы, как... Я не знаю, как их назвать. Одну башню он мне снес, все. Так, тут еще, смотрите, мечник. Да, тяжелая, конечно, у него колода. В отличие от меня, у меня-то вообще неразвитые какие-то слабоны. Ладно, будем держаться до последнего. Так, гоблинцы. Чертовы мелкие паршивцы. Давайте тогда уничтожим, наверное, еще одну башню. Еще одну. Первую вообще-то. Так, что тут у нас? Ну, в принципе, я так и понял, что сейчас начнутся летающие эти. Так, гоблины. Хорош, успокойтесь. Вам здесь не дело. Ну, понятно, зачем он здесь послал шар. Именно ради ядра. Чтобы ядро нанесло урон моей башне. Пытаемся, ребят, как-то выстоять, я не знаю, получится у нас или нет. Он отправил еще одно ядро, точнее шар, ну, и, соответственно, ядро там будет. Так, все тут идет в хлам, как видите. Все не так, как хотел я изначально. Ладно, давайте попробуем также за счет гоблинов как-то выползти, я не знаю. Ай, Пеку не увидел, ребят. Пека появился на моей территории. Ну что ж, давайте тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Ну а вы не забывайте дать какое-нибудь название моему клану. Я почитаю, выберу и назову. Ну а на этом все. Всем пока и до новых встреч, ребят.